Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Лунтика. Эта серия существует в реальности, но я вам не могу её показать, я могу только пересказать. Когда я увидел эту серию, я был очень напуган, ведь там погиб мой любимый герой мультфильма. Я не знал, что мне делать, и я решил рассказать об этой серии вам. Самое страшное было то, что эту серию показали по телевизору. Об этом мне рассказала моя девушка. И это было самое страшное. Ведь это видели дети. Серия начинается с того, как дед Шер читает сказку об кораблике Лунтику и Кузи. Но вдруг баба Капа принесла пирожки. И дед Шер уже не особо хотел читать. Но Лунтик и Кузи хотели продолжения. И они приняли решение, что они сами построят кораблик. И они начали ходить и собирать все, что им нужно. Они взяли тележку у дяди Корнея. Корыто у бабы Капы. Листья взяли у растений. И вот они его построили. Но вдруг они поняли, что им не хватает руля. И они пошли к бабе Капе. Она им еще дала пару бубликов со странной красной глазурью. А деда Шера уже больше никто не видел. Пиши в комментариях, как ты думаешь, что это за глазурь. Когда они вернулись, они увидели, что нету паруса. И они пошли вырывать еще один. А бублики они повесили на корабль. Когда они вернулись с листком, они увидели, что бублики пропали. Лунтик побежал их искать. Но Кузя его пытался остановить. Когда они вернулись, они увидели, что гусеницы едят их парус. И Лунтик начал кричать, что это они делают. В общем, начал кричать, что ему приснилось, как этот корабль разбивается об скалы, что им надо разобрать его. Но вдруг подул ветер, корабль сдвинулся с места. Гусеницы начали кричать. Они летели прямо в пруд. Гусеницы внезапно вылетели из корабля. А вот Кузя и Лунтик там остались. Корабль влетел в камень. Лунтик стукнулся об камень и не мог прийти в сознание. Они оба затонули в том пруду. После этого там уже больше никто не купался. На это все. Чтобы Сергей Орис поставил от тебя эту всего-то 2 секунды, мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. И помни, это всего лишь мое воображение.